Штаб ДВК проанализировал активность на митингах и выяснил, что явка огромна. Главная наша задача – это организация митингующих. Митинги ДВК растут и собирают десятки тысяч. Теперь нам нужно сплотиться и выйти общим фронтом. Митинг – это встреча единомышленников. Один на площади сразу будет задержан. Сейчас большинство приходят одни и бесцельно гуляют, снимая задержание. Люди переживают, потому что чувствуют себя одинокими воинами. Поэтому ДВК создает организационную модель. Ее основой станут ячейки – автономные группы граждан, объединенные по принципу личного доверия. Ячейки станут организованной протестной силой с единым центром управления в штабе. Мы хотим в каждом городе сформировать команду руководителей ячеек. Причем эти ячейки, они должны быть автономные, между собой не общаться. И создать ядро. Вот, допустим, 10 ячеек, это человек 30 или 50, которые, собравшись на тех или иных площадях, начнут озвучивать лозунги, скандировать. И тогда к ним подтянутся другие люди, и таким образом создастся масса. Зарегистрируйте ячейку и позаботьтесь о безопасности. Создайте профиль в мессенджере Telegram и ни в коем случае не публикуйте свои настоящие имя и фото. Держите связь только со штабом ДВК. Через штаб распределяются задания по ячейкам в разных регионах. Мы станем невидимой силой, которая проявит себя в решающий момент. Лидеры ячеек получают от штаба агитационные задачи. Распространять листовки, вывешивать баннеры, писать трафареты. Так участники ячеек сплотятся и поверят друг в друга. Наше движение уже набрало критическую массу населения в 5%. Чтобы добиться коренных изменений в стране, нужно действовать слаженно. Последние митинги ДВК показали, что только в Алматы собираются десятки тысяч. Если хотя бы десятая часть создаст ячейки, то следующий митинг уже невозможно будет разогнать. Полицейские ничего не смогут сделать и сами перейдут на сторону протестующих. Полицейские ждут организованной силы народа, чтобы присоединиться. Готовиться нужно уже сейчас. А именно, представьте себе, допустим, это 20 часов времени, и на этой площади ходит много людей. В этот момент член ячейки или руководитель ячейки резко разворачивает плакаты или другие какие-то атрибуты, связанные с организацией нашего митинга, и начинает скандировать наши лозунги. И вокруг этих людей начинают сразу концентрироваться наши сторонники. Станьте частью перемен. Соберите аккаунты 5 членов своей ячейки, которым можете доверять. Зарегистрируйтесь в штабе ДВК. Не доверяйте никому, кроме этого профиля. Каждая ячейка – сильная протестная единица. Теперь мы вместе, мы едины, и мы добьемся перемен. Мы народ великой страны, Казахстана. У нас есть выбор. Шаукет. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.